Алексей Косоруков. А зачем вы сюда приехали? А мы имеем право, это общеобразовательное учреждение, как журналисты мы имеем право даже заходить. Что вы говорите? Да, у вас опасность для жизни. Видите, у вас с козырька там снег свисает, а дети там ходят. Посмотрите, пожалуйста. У нас вообще все снизили, это значит намело за ночь. Вот это за ночь намело, это за неделю похоже на мело-то. А почему не убираетесь-то? Почему не убираете снег? Здрасте еще раз, Надя Павловна. Объясните все-таки, почему это не чищено? Потому что нам звонят, родители беспокоятся, что упадет. Я в понедельник чистила, у нас снег, вы посмотрите, что делать в понедельник. Просто такая шапка огромная прямо это. В понедельник рабочий у нас чистит, он и на крыше постоянно сидит. Снега у нас. Ну вы же видели, какой там пласт снега, да? Я видела. И он опять у нас, я говорю, через день у нас чистит крышу. Мне врать нечего. А сегодня-то почему не чищено? Пускай, он будет сгребать все, понимаете? Потому что сейчас-то дети идут, а вдруг на них упадет вот это. Вы знаете, что сейчас в Твери происходит, я да? Я знаю все прекрасно. Он придет и сгребет. Сегодня? Сегодня он, я вам говорю, он через день, в понедельник. Вчера, ну сами знаете, снега это как. И через день он чистит. Сейчас опять придет, он почистит. Так что не переживайте, у нас все это сами. Ну, на вашем месте я бы ему сказал, чтобы он каждый день чистил, потому что если так наметает... Дети все-таки, школа, сами понимаете, вот упадет. Я прекрасно, я все прекрасно понимаю. А так он чистит. Чистит, да?